Ребята, доброе утро, новый день, новый я. Я влог за прошлый, господи, за прошлую неделю, за март выпустила. Я такая молодец, чувствую, что все, все сделано. Так, я бегу теперь. Здесь уборка, субботники в городе. Все готовятся. 6 апреля будет открытие фестиваля тюльпанов. Концерты, музыка, все как мы любим. А я сейчас бегу в фабрику, у меня есть товар, хочу доложить товар туда, посмотреть по ценникам, что там есть, чего нет. Так, птички классно поют. В общем, планов громадье, еще очень нужно много с кем сегодня встретиться. Я не знаю, как я буду все успевать, потому что вечером вечерние уроки, занятия, которые мне нужно проводить. И сегодня еще я знаю, что в заповеднике Черной Земли сажают 100 саженцев, которые подарила компания ГРАС. Мне прозвонил Баатыр Иванович, директор заповедника, говорит, давайте, приезжайте, будем, пойдем вместе сажать. А у меня сегодня столько всего, что еще вечерние уроки, которые не... Так, подождите. Конечно, заливает. Боже, погода невероятная. Плюс 21 сегодня. В общем, продолжаю мой сказ про уроки, студенты. Мне их просто некуда переносить, поэтому мне пришлось отказать Баатыру Ивановичу и заниматься своими делами, потому что, конечно, я хочу копать, но, к сожалению, не сегодня, в общем, я буду это делать. Как-нибудь в другой раз. Вообще, кстати, у меня дома самой нужно огород копать. А я такая, думаю, кого бы мне попросить, чтобы мне покопали. Ну ладно, в общем, все, бежим в фабрику. Давайте посмотрим, что там. Работали или нет? Карина здесь на месте, босс на месте. Привет. Красотка в кожаном пиджаке. А я пришла ценники поставить. Мне кажется, мне там что-то не хватает. Поставлю ценники. Че, Карин, как настрой? Как день у тебя начался? У меня начался день отлично. Супер. Я уже успела поработать. У себя? Да. Вот эта женщина, мультитаскинг, это ее второе имя. Она вообще могет. Надо все успевать, ребята. Надо пораньше вставать, да, и да. Все успевать, да. Так, все, мы пришли. Сейчас будем работать. Ребят, мы тут танцуем, тренируем танец с Катюшей. Будем тиктокерами под старый след. Поэтому вы нас не обессудьте, если что. У нас с нами все нормально, мы просто экспериментируем в плане контента. Так. Ну да, просто я, видишь? Так, ребята, извините за ветер. Просто в Калмыкии от ветра никуда не деться. Сейчас пойдем с вами в крафт. Ой, да, в крафт. Купим что-нибудь домой. Я думаю, взять, может быть, пельмени, которые бибиго, корейские. Потому что в последнее время готовить вообще не хочется. Не знаю, как вы, но мне прям очень хочется готовить. Нет никакого настроения. Пойдемте посмотрим ассортимент крафта. Ветки, мидии. Ну, не знаю, что-то ничего такого. Зря брала, короче, тележку. Береги, не хочется сыр, маскарпоне. Сыр я тоже сейчас стараюсь не есть. Я дома цветная капуста, поэтому возьмем
красную капусту приготовлю. А что-то и нечего брать, ребята. Нечего. Булки проходим мимо отбивок. Это мы едим. Но дома мама с бабушкой, поэтому возьмем вот такой хлеб один. Такой обычный. Майке мне нужен, может быть, кошачий корм. Еще что-нибудь сейчас посмотрим. Это все. А, мусорный пакет. Так, берем овощи. Всегда помогает. Дома цены. Манты, пельмени, овощи. Что-то цены вижу, ну ладно, на кассе там разберемся. Заморозка. Черный смородина дома всего полно. Тесто такое маниди, мороженое. Креветки, рыба. И тут тоже рыба. Это только мне мама умеет выбирать, я еще пока не научилась. Но обязательно научимся. Так, крупы, колу, ничего не пьем, ребята. Я пришла в Музу, вчера я здесь была, и сегодня записала свой маникюр. Быстренько. Ага. Какое-то мега стильное пространство. Смотрите, как все красиво, с видом. Да. Я опять сегодня на фабрике, потому что у меня сегодня встреча с девочкой, мы с ней хотим сделать такую прикольную сумочку для моей бутылки с Тоджо. Сейчас я вам покажу. Ну, вы все ее помните, знаете, вот у меня такая складной стаканчик. И я хочу для нее сделать такую сумочку из бисера крупного, из бусин, чтобы можно было держать. Был такой прикольный, как аксессуар. Не знаю, насколько это возможно, но идея вот такая. Сейчас я подожду, мы сейчас с ней договоримся, как это будет выглядеть. И пойдем купим бусины. Вот такой план. Что, давайте фит-чек, да? Фит-чек. Что на мне сегодня одето? Я решила, что это буду показывать, потому что, мне кажется, это прикольно. Так. Надеюсь, видно. Я, в общем, фанат джинсов из Сока. Таня, если ты смотришь, то спасибо тебе за джинсы. В смысле, это не дарили, это мои джинсы я купила. Вот, такой пиджак у меня за 500 рублей купила в секонде, который в порядке вещей. Это британский какой-то дизайнер Джаспер Конран. Вот. Лонгслив. Вот такой лонгслив. Самый стандартный от BeFree за 900 рублей на Озоне. Кроссовки, как всегда, Nike. В общем, очень все стандартно, все обычно. Это мой лук, когда на улице мега ветрено, потому что ветер нереально просто. Связанный чай. Прикольно. А чай с хризантемами у тебя есть? Нет, вообще сейчас не завяжу связанный. Вверх, потому что это дорого. Дорого? Ну, вообще дорого, да. Вот этот чай, например, стоит, это очень старая цена, 850 рублей. 100 грамм. 100 грамм. Угу. Да. Разно. Поэтому... Хорошего дня, до свидания. Один чай бывает доходит до 100, до 200 рублей. Хочу попить кофе быстренько, и потом в 3 часа у меня спорт, поэтому на спорт. Блин, что-то с погодой, конечно. Благодарю. Так, у меня
диета немножко пошла, сошла на нет. Я решила попробовать мосе, потому что я их никогда не ела, не пробовала. И, как всегда, flat white опять с молоком. В общем, ну, бывает, да, сегодня можно, потому что я сегодня иду на бокс. Знаете, как вот так вот, ребят, можно. Идем с вами пешком до бокса, но я хочу забежать в магазин Kicks Vibe, посмотреть кроссовки. Экономически могли развиваться. Ну, ясно, да. Прикольные кроссовки. И вот эти мне понравились. Ну, как сорока, короче, с блестяшками всякими. Прикольно. Так, ладно, спасибо большое. Я возвращение будущего ребенка, пришла на спорт. У меня не было недели. Вот это представляет, что он летит боковой. Вот это. Подождите. Вот то, что ты делаешь второй. Нет. И вот я вот пробиваю, как будто, вот, и ты пробиваешь мне в живот вот сюда. Было понятно, да? Но я буду так делать. Это вот. Раз. Это вот сюда. Раз. Так, раз, дальше. Короче, вот. Вот. Вот, чуть повыше, когда вот тут пробиваешь. Петь. Что-то как будто не обещаешь, но хочешь, да? У него есть желание, но он хочет пойти, но не обещает. Не обещает. Окей. Но он постарается. Ну посмотрим, хорошо. Я еле как высушила волосы, сейчас еду на встречу с девочкой, мы хотим с ней, у нас с ней творческий коллаб. Сейчас все объясню, давайте, сейчас доеду. 49 в Москве, и уже завтра, в пятницу, завтра утром узнаем имя счастливчика, имя победителя, который отправится в Амстердам для концерта группы Молодость. Так, мы встретились с Яной и идем покупать бусины. Так, а где мой кошелек? А кошелек у меня есть как кошелек. 45 штук. О, ничего себе тут. Что тут только нет, оказывается. И носки мне тоже нужны. Вот. О, вот эти прикольные, да? Чтобы разными диаметрами. Прикольно. Вот эту маленькую можно использовать. Ага. И так и по цвету подбирать. И вот, а и... это нам одной упаковки хватит или нет? Ну, аккуратнее, хорошо. Мы все снимаем на камеру, если мы порвем, мы оплатим. Так, сейчас посмотрим, здесь еще есть сервисные упаковки. Так, ну выключил. Какое-то это не дешевое удовольствие. Одна такая штучка стоит 720 рублей. Прикиньте, может нам надо было на Алиэкспрессе. Можно, кстати, на Валберес заказать. Они совсем этот... Не, ну все, уже договорились, надо делать, что. Вот это можно на основную. На основной корпус, да. Хорошо. В принципе, да, они одного. Слышно? Не знаю, слышно вам или нет, но так птички красиво поют. Сидит и поет. Синичка. Да? Не могу разглядеть ее. Ну что, я купила сертификат. Мне кажется, небольшой такой презент. Будет приятно. Катя сходит. Я сегодня просто иду на... Сейчас объясню.
В общем, я сегодня иду на день рождения. Меня позвали на день рождения. Катя, она занимается СММ. Мы с ней вот недавно как-то стали общаться. Она меня позвала на день рождения. Я, честно, не знаю, что дарить. Я все время... Это вот тема подарков для меня сложная. Я просто не знаю, что дарить. Поэтому я купила сертификат. Сейчас заранее куплю цветы. С цветами поеду домой и из дома уже с цветами поеду, потому что у меня времени нет, если честно, туда-сюда ходить. То, что у меня сейчас еще два урока, поэтому давайте выберем цветочки и поедем, и поеду я домой. Что-то цветов нет, красных, говорит, поставку ожидают. Пойдемте в другой салон. Очень красиво после дождя, особенно хорошо. Так, я вспомнила про цветочный магазин. Сейчас там быстренько куплю и пойду. Вот те красные. Так, а как вы сказали, без... 3 часа ночи. 3 часа ночи это было. Мы гуляли на Даяне Плюс, я как сейчас помню, блин, реально. Я ему звоню. Всего вот этого моего развития, всего... То, что я сейчас, то, чем я занимаюсь, не было бы без твоей поддержки. Я просто поддуваю, Риана. Ты говоришь, идем в том направлении. Хорошо, идем. Ветки подмести нам, да, убери, вообще тебе не мешается. Вот так идем. Так что не преуменьшай своих заслуг. Если у меня вот так не укажет, вот я скажу, вот это у мамонта или то у мамонта. Ты скажешь, вот это мамонт, да, это нет. Только твой совет. Без тебя никак. Поэтому не преуменьшай своих заслуг. Я еще восхищаюсь твоим напором, огнем, уверенностью. Иногда даже наглостью. Ну, хорошей наглостью. Такой вот. Ребят, всем привет. Снимочки вроде нет, слишком ярко. Сегодня у нас пятница. Дел просто полно. Сейчас я спокойным таким шагом иду в налоговую. Мне там нужно внести кое-какие изменения. И гуляю тут по парку дружбы. И знаете, так хорошо здесь. Как-то вот когда убирается, когда чисто, когда люди сами прикладывают какие-то усилия. Очень хорошо. Травка зеленая. Все как-то так симпатично. Ну, парк и парк. Нам надо обязательно его сохранить. И вот ту часть парка, где, знаете, какой-то... Ой, где лисинка. Там, конечно, все очень непрезентабельно выглядит. Очень некрасиво. Вот, но я надеюсь, что возьмутся за эту часть дружбы, потому что лисинка какая-никакая, но водичка. И как-то с ней намного интереснее. Но дети сами, знаете, я шла, мальчишки стоят, берут куски бетона и бросают в воду. Я говорю, а зачем вы это делаете? Я просто не понимаю. Вот так и так, ну, там все загажено. Вот еще это. Ой, поэтому, дорогие друзья, давайте своих детей, родных, как-то наставлять, что ли, иногда, хотя бы периодически. Я экспериментирую с напитками, теперь кофе стараюсь не пить, пью матчу. Ребятки, все, я закончила с налоговой. Сейчас хочу пойти сходить в фабрику Лишкина. А вот мы выяснили, что же там открывается. На высшем магазине Ачур. Оказывается, здесь будет магазин divan.ru и магазин мебели Hagby. Я уже со что-то такое даже не знаю. Идемте, зайдемте в VL Girls, посмотрим, что там у них, да? Они же открыты? Они открыты.
Вау! Прикольные футболки. Белые джинсы. Я так осмотрю сейчас. Листья. Прикольно. Девочек кто-то там, смотрите, кто-то бросил мусор какой-то, блин. Все, вот что за люди, ей-богу. Ну-ка, открыто? Открыто. Привет! Привет, здравствуйте. 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 Привет. Всем привет. Привет, привет, привет. Вы будете во блоге. Свечи. Аня, там ремонт, сколько всего там было всяких. Идем на вот этот вот спектакль «Пришельцы в виртуальном мире». Я выцепила маму. Мама согласилась, да, мам? Женщина, билетик на руках. Женщина, вот только что подходила. Этот ваш интернет бесполезный и вредный. На, лучше книгу почитай, мозгов прибавится. Тот ученик, которому я смогу передать все свои знания. Кто здесь? Ты заманил нас в ловушку. Я понял. Ты демон? Йокай!
нас красивый национальный театр. Смотрите, как все симпатично. Так, пойдемте Гирел. Гирел? Браво! Какая ты молодец! Вообще гениально! Мне так понравилось! Ты такая умница! Слушай, вообще супер! Вообще все идеально! Большая молодец! Все супер! И смысл, и для... это прям реально для всех! Но это не только для детей! Вообще это и для взрослых надо посмотреть, потому что линии, все, сюжет! У тебя большое-большое будущее! Ты такая молодец! Вот! Из театра, смотрите, диван.ру открылось. Сегодня открытие магазина диван.ру в Питере. Здесь вы можете найти мебель. Вау! Ничего себе, тут круто, правда? Красиво. Все такое симпатичное. Выглядит круто. Розыгрыши тут, всякие мелочи. Стильно. Так, ну ладно. Вот девчонки, красотки. Так, идем кофе покупать с вами, потому что у нас обед. День кипишной какой-то, извините за сленг, потому что сегодня фестиваль, туристы, сходила на спектакль, сейчас я поем, закреплюсь, и в 3 часа начинается открытие фестиваля тюльпанов, там будут концерты, в общем, все что-то происходит. Я с собой сегодня не взяла стаканчик, потому что мой стаканчик, он, в общем, запомнили, да, что сегодня я... Прости. У шаурмы столики на улице, ну это, кстати, прикольно. Чую силу растительности. Показываются птицы, неведомые в наших лесах. Идет он по барханам, ноги вязнут, жадно затягивает песок Батыра в свои объятия. Пытается выбраться Мазан, но не пускает его песок. Хочет, чтобы Батыр остался с ним навсегда. Прохладная.
моя струя. Здесь нет лесу, здесь нет моей гор, мой лист соленый заревой простор. Я твой цветок среди других цветов, я твой родник среди прочих родников. Я не знаю, кто придумал, но у меня прям мурашки по коже, потому что очень-очень круто сделано. Я прям рассказываю, правда, у меня мурашки. На первый ряд идти? Супер, вообще прям. Я надеюсь, что я хорошо сняла, но ничего не обещаю, потому что руки тряслись, все тряслось, люди ходили вокруг. И ну что есть, то есть. Я очень надеюсь, что вам понравится, и вы оцените. Ну, было прям супер, я прям вдохновилась очень сильно и, ну, не знаю, прям было мощно, мне очень понравилось. Это намного прикольнее, чем просто, когда танцуют. То есть там прям история, нужно вникать, и было здорово. Все расходятся, сейчас покажу, что тут готовят, очень много еды всякой, давайте посмотрим, что тут. Народу просто толпы. Сегодня очень много полиции, конечно же, потому что охраняется все активно. Так, шашлыки жарятся. Смотрите, все в дыму. Значит, тут у нас что? Фабрика вкуса. Блюда на тефане. Фабрика вкуса. Так, там шашлыки. Ну, вообще, наверное, везде шашлыки. Кофе здесь есть. Какие-то штуки, но я уже, наверное, здесь есть не буду. Пойду в центр. Пирожки, булочки, всякое такое. Народу полно. Я просто, кстати, знакомых никого не вижу, что же. Знаю, все работают, наверное, вот, друзья. Булки, булки. Короче, сахарная вата, булки, короче, такое. Детки, смотрите, там, которые выступали, такие молодцы. А вот там с Пушкиным фоткаются. Там вот Пушкин. Интересно. А, вот. Алдар, привет. О, привет, Ань. Вау. Все кадры, как всегда, ты там, и Виталик там, все там, короче, Валера. Так, все, я пошла, давайте. Все, давайте, пока. Короче, все, как всегда, снимают, фотографы наши, ребята, все работают. Ну. Вы знаете, я снимаю по-простому, я снимаю просто вот камерой, я снимаю, потому что иначе все это, ну, когда у меня будет свой оператор, мы с ним будем, конечно же, ходить и все снимать, и я ему буду деньги хорошие платить, но пока как есть. Ну что, идем в центр? Идем в центр. Я уже хочу сесть монтировать видео с фестиваля, потому что скорость решает, кто быстрее того и тапки, как говорится. Поэтому сейчас пойдем куда-нибудь сядем, начнем монтировать. У меня камера разрядилась. Так, очередь на выход. Знаете, я поужинала, и сейчас иду играть в Элиас на английском. Покой нам только снится, сегодня суббота, я как самый настоящий, знаете, вот офисный планктон, который по
будням работает, сидит дома, а по выходным идет, выходит в люди. Короче, это я. Сейчас я в субботу просто вышла из дома и больше не возвращалась туда. Сейчас будем играть в Элис на английском. Готова ли я? Нет, я не готова. Вообще, мне кажется, после этого концерта, фестиваля тюльпанов, я так устала энергетически, эмоционально, что сил как будто нет, хотя я думала, что я поем и подзаряжусь, но ничего. Короче, я была в Бархате, неплохо, там никого нет, от этого прикольно. Я взяла кофе в качестве дежестива, потому что, извините за подробности, но мне как-то так тяжело после этой пасты с фетучини с курицей, которую я ела в Бархате, что мне хочется как-то немножко помочь себе. Мне кажется, все знают, да, что типа кофе способствует пищеварению. Не знаю, я надеюсь, что я вам не открыла какую-то тут прям супер тайну. Так, идем в Намто, я надеюсь, что я не опаздываю. Это моя самая любимая книга. «Атлант расправил плечи». Тут часть первая, часть вторая, третья часть нет. Кто-то взял почитать, но я прям очень всем рекомендую вот эти книги. «Атлант расправил плечи». Майкл Ру. Приветики, пистолетики. А что, мы опоздали сильно? Выйдем. Все, выходим. Все. Without coffee, the best. Давай мы будем the best, а вы будете там worthless without coffee. Okay. Мы будем... Рассказать? Ну, ты, видимо, ты... Ну, ничего не надо. Вы это, держите. You like consume air through your lungs. Yes. Что было? Breathing. There is a movie about zombies from dusk till dawn. А кто должен угадать? Мы все. Мы сейчас играем, типа все просто. For example, you have lunch and then you have dinner. Yes, but this is like supper, with ing ending. Dining. Mm-hmm. This is a person who works at some place, and you see him, her. Employer. When you coworker, colleague, teammate. When you go to that place, you see this office. Person the first time. Administrator. This is a game, popular game. Ну ничего, что рассказывать. Ты можешь сказать, это последнее слово, вот этот звук, это означает типа последнее слово. И, например, если бы мы играли с тобой в одной команде, то мы же, я же только тебе и только ты отгадываешь. То вот это значит, что мы отгадываем все, и кто отгадает, тот той команде засчитывает. Ну, все-таки не с команд, поэтому... Да, поэтому мы просто рассказываем. Понятно, ничего страшного. И все, рассказывай. This is the most popular game in the world. Футбол. Окей, что мы делаем? Next, да? Да. Окей. Territory, another word, short one. Area. Good job. Окей. Okay. Oh my goodness. When you choose a film, you need a special... There are different... Snacks. No. Long word, it's difficult one, I think. Okay, I don't know. You may skip. Okay. Just go down. Sorry. Yeah. If you drink a lot of soft drinks, you eat a lot of sugar, you've got... It's a type of disease. Diabetes. Good job. When you write an essay, in the end you write... A foreword. If you write an essay, conclusion. Yeah. Okay. Yeah, that's correct.
And what if you remove the second letter? The rest, punch. Yeah. Mm-hmm. Very good. So, this is rainy weather. У нас продолжение банкета, мы приехали в эклер, который закрывается в 11 часов. Ну ладно, пойдемте, что делать? Уже... А что, мы уже приперлись сюда? А будем кататься по городу? Приедем, потом 12 закрывается. Здесь танцуют? О! А там караоке? А где Люда? Вон она сидит. Я... Ты сегодня писала, если звоните, трубку не берешь. Ага, а мы такие... А мы болтали, мы про... А я мягче, там музыка, да? Да, да, сейчас везде музыка играет. Помнишь, да, еще Валдар был здесь, у вас был какой-то, ну, такие сходки, бизнес-мена. Так, вот это Люда, Люда стилист, это Милада, Милада, леди Милада, красотка. И это Эрвена. Эрвена занимается массажем. Это Кема. Кема работает в СММ. Так, это Санджик. Санджик, чем ты занимаешься? Расскажи, пожалуйста. Бездельник. Бездельник? Ну, не, ну, ты при... А ты... У меня нет сейчас работы. Нет работы. Так, а квартира у тебя есть? Нет? Машина есть? Да у меня там подписчиков 500 человек, женщин, понимаешь? Они все такие, дай нам... Дай нам что-нибудь. Дай мясо. Дай мясо, хочу мясо. Вот. Ну, недавно в бане. Вот наши красотки. Все красотки. Все стильные, блин. Вот и российский стрессал, надо так снимать. Я все хочу. Вот, пожалуйста, смотрите. Я тоже в описании. Куда я попала? Где меня подобрали? Вот он тот самый туман. 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 Туман это 10 тысяч. Слишком много мужчин. Туман это Тюмень. А мы сюда. А, мы сюда идем? Йоу-йоу-йоу. Ноль ожиданий. Ноль ожиданий, хорошо. Ой, осторожно! Девочки, осторожно. Йоу. А тут либо, знаешь, ты зашел, а потом уже не выйдешь. В каких местах мы сегодня просто бываем вообще? Я в шоке. Молодой человек забронировался. Куда я хожу? Такой, да? Пароль Пайка. Я даже сплю вокруг.